25 октября в Сланцевской детско-юношеской спортивной школе стартовал ежегодный открытый этап соревнований по легкой атлетике за кубок главы администрации Сланцевского муниципального района. В этот день соревнования проходили по прыжкам в длину. Дорогие друзья, дорогие ребята, разрешите мне от имени администрации Сланцевского муниципального района искренне поприветствовать участников сегодняшних соревнований. Я уверен, что в ближайшие два дня соревнований нас ждет упорная, бескомпромиссная борьба. Но борьба не только в скорости, не только в длине, в высоте. Прежде всего, борьба силы духа, борьба силы настоящего характера, без которых невозможно стать настоящим спортсменом. Я желаю вам здоровья, удачи и новых спортивных достижений. Прошу считать соревнования на приз, на кубок главы администрации Сланцевского муниципального района открытыми. Участники соревнований, юноши и девушки, были разделены на три возрастные группы – младшая, средняя и старшая. Всего участвовало 67 человек, но только 8 от каждой группы получили возможность перейти к финальным состязаниям, чтобы побороться за звание обладателя кубка. В церемонии награждения принимала участие начальник отдела по культуре, спорту и молодежной политике Валентина Михайловна Бесчастная. Из ее рук награды за первое место в младшей группе получили Кичатова Алина среди девочек и Меньков Сергей у мальчиков. В средней группе кубок завоевали у девушек Андреева Ксения, у юношей Герасимов Кирилл. Обладателями кубка в старшей группе стали Баранова Дина и Семенов Николай. В следующем этапе состоятся соревнования по прыжкам в высоту.